Сегодня у нас 10 февраля, на улице продолжаются морозы. Вчера ночью было -31. В общем, хорошо у нас тут на селе, так сказать. Сейчас поедем в клинику. Оле там назначено общение с врачом. Вроде все нормально, но нужно съездить и зафиксировать этот процесс. Так что сейчас заведу машину. Она прогреется, пока зайду покушаю. С утречка уже сделал очень много всяких разных делов. Бизнес, заработок денег. И из одного дома, когда во второй идешь, такой бодрячок, короче. Бодрячка ловишь, все хорошо. И можно заходить сейчас домой, в теплый дом. Эдвин делает пюре. Помогает маме. Потому что мы опаздываем. Мама делает тоже что-то. Что ты там делаешь? Это один, который мясо шарики делал. Ага. Он давит, да? А вот каша классная. Сейчас кашу покушаем. А Миланочка у нас что делает? А у Милани дискотека! У-ху! Да, Милан? Танцуешь, что ли? Физкультура? Утрешняя. Да? А, ты с кем-то танцуешь? Да, мы соревнуемся. Соревнуетесь? Ничего себе. Круто. А зачем еще каша, а этот пюре? Ты захотел, что ли? Ну, я буду с мясом. Да? А кашу? Мы сейчас поедем, мы сейчас кашу поедим, а он уже сделает себе мясо там дожарит и рыбу. А вот это мясо крутили мы с Эдвином, вместе делали офигенное мясо, да? Добавляли туда всякие специи, все, что нужно. Готово. Да. А мясо кто будет жарить? Ты дожаришь? Да. Потому что мы сейчас перекусим быстренько и поедем. Будет что покушать. А не надо тут даже. Не закрывай. Чтобы, если ты закроешь, оно будет как бы бариться. Если ты оставляешь воздух, оно будет поджариваться. Это хлеб чуть-чуть нарежь. Да мне кусочек нарежь, самое главное. А себе хоть как тонко режься. Приедем, надо будет еще сделать хлеба, да? Когда хлеб режете, вот с двух сторон не надо резать, потому что он заветривается, с двух сторон начинает. Я тогда режу с одной стороны только. Ну мне просто охота иногда эту корочку. Вкусненькое местечко. Пап, я 3 раза на первом месте была. Да? Всех победила? Да. Ну и вот и все. По всему миру на первом месте. По всему миру? Да. Всех победила? Ну, кто ну, там молодец, что? Помогает. Да? Иди это маме помоги, это положи. Нам, Меланочка, ехать надо. Идем, помоги маме. Потому что папа халтурит, стоит, ничего не делает. Да. Делать нечего, папе. Ходит, командует. Пап, я красная, я помню, да? Да. Прикольно же, да, быть папой, но можно ходить, приказывать. А да? Эдвин, вилки. Вилки, вилки. Без тебя тоже неинтересно, потому что денег не будет. Ну да. Батя нужен же. По любасу. Ну вот, я деньги с вас покушать. Да, Милан? Да. Зато у тебя есть большой телек, и можешь потанцевать.
Все, теперь приступаем к нашей офигенной каше. Потрогала дизельную? Ничего себе, кипяток. Да. Натанцевалась? Я еще буду. Еще будешь? Да. А ты в курсе то, что кто занимает первые места, у того видео выкладывают? Ну, типа, если дяденька там постоянно... О, как вкусная каша какая прикольная. Попробуй. Такая еще солененько. Попробуй. Сейчас. Офигенно. Вкусно? Вкуснотища. Вообще классная каша. Не, ничего не надо больше. Кушаем и едем. Пришли мать и дитя. Вот здесь у нас чехлы есть. Все заполняется. И там уже этот... Что, пойдем? Прикольно поликлиника, да? Чистота, порядок. Пока не нажимаю, сейчас открою. Ну пошли, да, пойдем. Второй? Лифты прикольные, да? Все чистенько так. Запаха нет, как обычно. Да, тут самое главное этот запах жизни. Уже хорошо. Как это? Как будто какая-то гостиница, да? Не больница, а гостиница. Как приятно, слушайте, ребята. Вы не сожалеем. Ну вот это и за это и хочется платить. Спасибо вам. Пошли. Туда вот. Я тут уже местный. Да, я уже знаю. Так, нам сюда.